Приветствую вас. И вы знаете, вот первое, что мне хотелось бы вам сказать, то, что вы молодец. Вы молодец, потому что, ну, смогли пережить ситуацию, смогли пережить неправильное отношение мужчины, да, того, что он, ну, поступил некрасиво. Вот. И смогли начать жить своей жизнью. Ну, молодец. На самом деле проблема заключается в том, что вот видите, вот даже сам факт того, что вы к нам обратились на ресурс, ну, все говорит о том, что человека вы все же не забыли. Тогда он стал для вас менее значим, и вы, может быть, даже не согласитесь со мной в том, что я сейчас вам говорю, когда высказываю предположение, что вы его не забыли. Еще. Вот. Но, тем не менее, если бы для вас все было так очевидно, так понятно, то опять же, я не думаю, что мы бы тогда видели вас здесь. Раз видим, значит, все-таки что-то не так, да, что-то еще осталось, что-то еще осталось. Вот, значит, именно по поводу того, что осталось, я и хотел бы с вами поговорить. Значит, смотрите. Мужчина, он поступил с вами очень плохо, это совершенно очевидный факт, и вы этому человеку доверять теперь, ну, не можете никак. Понятно, по какой причине вы не можете ему доверять. Потому что он вас фактически бросил один раз и, соответственно, ну, скорее всего, бросит еще. И вы, естественно, не хотите, чтобы это с вами произошло. Реакция более чем нормальная. И я думаю, что, понимаете, если вы не пойдете, вот, если вы откажетесь, вы будете правы, но правы вы будете для себя, а вот для подруги и для компании вы, к сожалению, правы не будете. Они вас посчитают, ну, я не буду предполагать, кем они вас посчитают, но то, что не будут о вас хорошего мнения, это совершенно очевидно. И исходя из этого, я бы вам рекомендовал все-таки на саму встречу пойти с парнем, поговорить, вот, а вы ведь можете с ним не встречаться, вам точнее даже не обязательно совершенно с ним встречаться. Вы просто-напросто придете к своей
подруге на день рождения, или на Новый год, или на праздник, куда угодно, неважно, куда. И какая вам разница, кто там будет еще, кроме, собственно, ну, кроме нее. Абсолютно никакой разницы вам нет. И тогда, если у вас даже, как вы говорите, изменились взгляды, что, кстати, нормально для человека взрослого менять свои взгляды. А если у вас взгляды поменялись, то это, по сути дела, вообще ничего не значит, потому что если вы решаете для себя, вот, ну, если вы решаете для себя какую-то ситуацию, да, если вы решаете как-то для себя поступать, то, соответственно, не важно, кто и с кем в этот момент общается, не общается, и так далее. Это совершенно не важно. Вот, я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. Первый. Как стоит поступить? Теперь по поводу того, что теперь по поводу, значит, того, что вы пишете, что ваша подруга, значит, очень просит вас быть, значит, с ним. Здесь, конечно, момент. Надо сказать, момент не очень лично мне понятный. Почему вы должны быть именно с этим молодым человеком, что от этого подруги, зачем она вмешивается в вашу личную жизнь, вот, соответственно, с какой целью она это делает и так далее. То есть, простите, вы сами решите, когда и как, с кем вам проводить время. И оглядываться на мнение и на взгляды людей, неважно кого, даже под предлогом того, что на вас могут, например, обидеться, да? Вот, не стоит. Это негативно на вас отразится, на самом деле. И вы, ну, вообще ничего хорошего, ничего полезного для себя не извлечете из этого. Я рекомендую вам подумать вот в каком направлении. То, что происходит, это понятно. Я знаю, что люди некоторые любят, так сказать, заниматься сватовством. Вы старайтесь подумать о другом. Почему вы позволили себе, значит, почему вы позволили себе оказаться такой вот ситуации, когда на вас оказывают влияние люди, которые к вам, к вашей личной жизни, да, вообще никакого отношения
в принципе не имеют. Вот об этом я рекомендую вам как следует подумать, вот, и понять, по крайней мере, постараться понять, что вы живете для себя, не для кого-то. Вы живете только для себя. И жить нужно в первую очередь так, чтобы устраивало вас, а не кого-то там, где-то там. Если вы понимаете, о чем я говорю. И если вы будете, точнее, если вы не будете думать о себе, то ситуация будет, к сожалению, ухудшаться. Она будет становиться хуже и хуже. Именно из-за того, что вы не умеете отстаивать свои интересы. Ну, не знаю, может быть, не научили вас, может быть, еще что-то. Вариантов здесь может быть много. То есть вы следуете тому, тому, чего вы хотите. Не тому, чего хотят другие, а именно все-таки тому, чего хотите вы. Вот чего вы хотите, вот, значит, туда и двигайтесь. И, собственно, все. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам полезен, мой ответ. Если остались какие-то дополнительные у вас вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.